На сегодняшний день готовность Волгоградской области к отопительному сезону составляет почти 99%. Подготовка объектов электроэнергетики, теплового хозяйства, газа и водоснабжения ведется по установленному графику и под контролем профильного штаба и межведомственной комиссии. Министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе рабочего визита в Волгоградскую область отметил высокий уровень этой работы. Подготовка идет в соответствии с графиками. Мы не видим особых рисков срыва после подготовки к зиме, но оценку дадим чуть позже, потому что есть еще время. Мы обсудили некоторые вопросы, на которые нужно обратить внимание. Отметили, что субъекты энергетики ЮФО работают в сложных условиях. И в целом в ЮФО идет рост потребления, идет развитие округа, энергосистемы, Волгоградской области в том числе. Поэтому рост потребления это предполагает повышение надежности работы объектов энергетики, развитие объектов энергетики, новое строительство. Особое внимание в ходе совещания было уделено решению вопроса обеспечения безопасной и бесперебойной подачи электроэнергии на территории южных и заволжских районов региона, в том числе Паласовского района, где регулярно возникают сбои. Обсуждается ряд определенных проблемных вопросов, которые, на наш взгляд, необходимо решать. И настрой Николая Григорьевича абсолютно конструктивный и позитивный. Даны все поручения, в том числе по безопасному обеспечению электроэнергии нашего Заволжья, ну, в том числе, естественно, Паласовского района. По итогам сегодняшней правительственной комиссии будут даны дополнительные поручения, которые в итоге выйдут в решение этой проблемы и этой задачи. На самом деле, сегодня нужно отметить, что уже предпринято ряд определенных мер, которые позволяют сбалансировать работу энергосистем Паласовского района и Заволжья. Продолжается в Волгоградской области и работа по снижению накопленной ранее задолженности за энергоресурсы. Только с сентября 2020 года долг снизился на 25%. Ведется в регионе консолидация электросетевого хозяйства. Это позволяет перевести работу по его эксплуатации на системную основу, повысить объемы ремонта и модернизации сетей, применять единые стандарты в их содержании и развитии. Реализуются все программы, все проекты, в том числе по социальному подключению населения к сетям газоснабжения. И здесь это мы еще обсудим. В любом случае, этот проект реализуется в полном объеме. Волгоградская область на протяжении ряда лет наращивает производство электроэнергии, полностью обеспечивая свое потребление и выступая донором для энергосистемы России, куда направляется порядка 40% производимой у нас энергии. Волжская ГЭС и ряд субъектов электроэнергетики работают с серьезной государственной поддержкой. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.